Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Nokia 3.4 сбросить настройки приложений. Разблокируем наш телефон. Далее заходим в настройки. Приложение уведомления. Показать все приложения. Дополнительно сбросить настройки приложений. Важно, данные удалены не будут. Будут лишь сброшены следующие настройки. И нажимаем сбросить. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!